Здравствуйте, меня зовут Юрий Железняков, и в этом обзоре мы протестируем мощный стационарный блендер Carrera 655. Проверим его в действии, проведя 6 испытаний. Внешний вид впечатляет. Прибор очень тяжелый. Вес более 5 кг. У меня тяжесть всегда ассоциируется с надежностью. Откуда такой вес, сейчас покажу. У кувшина толстое термостойкое стекло. Все элементы массивные. Шестерня металлическая, крутится очень легко. Нижний соединитель пластиковый, ярко-желтого фирменного цвета. Этот цвет есть во многих приборах бренда. Carrera переводится с испанского как гонка. В целом создатели линейки черпали вдохновение из автогонок. Особенно это чувствуется в дизайне поворотного переключателя. Переключение режимов видно на панели приборов. А скорость не просто выбирается. Видно, как она растет или убывает. Как на спидометре автомобиля. Мощные ножи будут вгрызаться в продукт, как шины спорткара в асфальт. В комплекте база блендера с мотором, кувшин емкостью 1,75 литра из термостойкого стекла, крышка с дозатором. У него есть своя шкала. Удобно отмерять ингредиенты. Через отверстие, в которое вставляется стаканчик с дозатором, можно добавлять ингредиенты прямо во время работы блендера. Так не будет брызг. В комплекте ставка для приготовления на пару, пластиковый скребок для стеклянной чаши, силиконовый скребок и щетка для очистки. У блендера несколько программ. Начнем с приготовления супа-пюре. В кувшин закладываем картошку, лук, морковку, замороженные фрикадельки и наливаем воду. Добавляем соль и специи. На дисплее видим напоминание о том, что нужно закрыть крышку. Закрываем. И выбираем первую программу. Блендер нагревает смесь и через несколько минут перемешивает. Доводит до кипения и перемешивает вновь. Смешивание происходит несколько раз на небольшой скорости. Выключаем блендер. Суп-пюре переливаем в тарелку. Если готовить на второй программе, скорость смешивания будет выше. Консистенция станет еще более однородной. Фишка блендера в возможности готовить на пару. Проверим. В кувшин наливаем воду. В контейнер закладываем креветки. Сверху стручковую фасоль. Соль и специи по вкусу. Кувшин устанавливаем на блендер и выбираем программу приготовления на пару. Жмем старт. Результат покажу после следующего теста, а креветки и фасоль мы используем для салата. К нему приготовим заправку. Отмеряем 75 грамм майонеза, добавляем 150 грамм сметаны. Перекладываем в кувшин блендера. Выжимаем немного лимонного сока. Переливаем в кувшин. Добавляем яичный желток, петрушку, порезанный маринованный огурчик из маминой засолки. В ней были еще патиссон и морковка. Их тоже закладываем. Добавляем ложку белого вина. В этот момент главное не отвлечься. Чашу устанавливаем на блендер. Закрываем крышку и выбираем ручную программу. В ней можно установить нагрев и скорость. Нагрев мне сейчас не нужен. Нажимаем старт и перемешиваем. Соус получился красивый и однородный. Берем креветки и фасоль, приготовленные на пару, сельдерей, перец, добавляем соус и перемешиваем. Получился полезный и красивый салат. Пришло время проверить программу самоочистки. Наливаем 500 мл воды, добавляем чистящее средство. Закрываем крышку и выбираем программу самоочистки. В ней блендер нагревает жидкость и периодически перемешивает содержимое. Результат хороший. Остается смыть чистящее средство и минимальное количество продуктов. Давайте измельчим лед. Загружаем. Включаем программу измельчения льда. Блендер легко справляется. Теперь можно готовить коктейли. Подведу итог и выделю плюсы и минусы блендера. Плюсы. Возможность готовить на пару. Сторонникам здорового образа жизни это явно понравится. Высокая мощность и острые ножи. Блендер легко справится даже со льдом. Автоматические программы. Можно приготовить суп-пюре. Большой ресурс. Кувшин из толстого термостойкого стекла и металлические соединения.
Минусы. Смешивание не будет тихим, как по большому счету у любого из блендеров. А второй минус – отдельная программа для приготовления соусов и мармеладов. Я, честно говоря, не понял, для чего она вынесена отдельно, ведь температуру и скорость можно установить и в ручной программе. Но, возможно, в Европе, где уже давно продается этот блендер, такая программа более востребована, именно поэтому ее вынесли отдельно на панель приборов. Техника Carrera эксклюзивно продается в сети NVIDIA Eldorado. Спасибо за ваше внимание.